повышенная. Как раз для наших дорог тачка. Более-менее право-лево, но теперь так научиться управлять. Надо навигацию, чтобы он домой ехал. Блин, это просто уже супер инверс получается. Четыре полушария мозга работают. Не, нафиг. Че, рассказывай, откуда появилась у тебя эта тачка? Захотелось 6 на 6, полез в интернет смотреть комплектухи, там всякие, почем мосты стоят проходные, офигел от цен, думаю, блин, это не мой вариант. Нашел самые дешманские мосты от Рема Хобби, в итоге купил 2 тачки этого краулера Mountain Line, по называется модельки. Они чем подошли, у них мосты все поворотные, то есть везде колеса поворачиваются, а я как раз хотел сделать, чтобы, ну, чтобы радиус поворота был поменьше, чтобы там на соревах там может лучший результат показать. То есть решил все мосты сделать поворотными, причем раздельно поворотными. В итоге купил эти 2 тачки, раздербанил их, ну по сути от них только мосты пригодились. Ну еще и регуль, кстати, здесь стоит от Рема Хобби, тоже самый простецкий, его пока хватает, пока ничего не сгорело. Вот они, эти мостики. То есть из 2 мостов сделал 1 проходной, у меня получился привод вот на задний мост. Сначала сделал листовые рессоры, то есть подвеска только на листовых рессорах, на тележке вот на этой качающейся. Вот, но так как все-таки с весом немножко промазал, пришлось добавить еще пружинки сюда, чтобы, ну, на платформе что-нибудь можно было возить, там тачку еще одну. Вот. Также 2-ступенчатая коробка R3 RS4 WD, обычный коллекторный мотор на 45 витков. Как бы пока его хватает, то есть не перегрелось, не перегорело уже, и тачки. О, смотрю, линеечки. Да, это линеечки, ну просто морилкой покрыл и лаком для палуб сверху покрыл, чтобы не отсыревало. Здесь бокс под аккумулятор. Сам печатал он, 6 на 6 написал. Точнее 6 на 6. Это типа поворот, то что у него еще вот такой, да? Да. Пусть будет так. Крокодил 3/6. Ну и также защиту сделал небольшую, чтобы можно было кувыркаться, потому что, ну да, прикольно, что новой корки достанется, если он перевернется, вот эти все 6 килограмм на крышу, если прилетят. Здесь у нас вся электроника стоит внутри, причем пришлось сделать на клипсах крепление, потому что это ватеровская корка, она изначально уже с завода идет с отверстиями. Ну и как бы и клипсы, я считаю, надежнее, потому что магниты бывают вырывают иногда. Вот, и здесь... Ну, там еще внутри клипсы. Да, здесь тоже клипсы. Сейчас. Оп. Вот так корка снимается. И здесь у нас вот такой набор кишочков. Ага. То есть самолетный приемник, аппаратура Аврора хитековская, 9 каналов, сейчас задействовано 6 каналов. Сколько стоит так и... Не знаю, сколько сейчас стоит, но тогда я брал задешево, у меня получилось. Спасибо, Леха, тебе большое за вкусную цену. Звук
Тигровский стоит, надо, кстати, потише его немножко сделать. Ну-ка, вот сейчас. А, он плюс-минус нажимаешь, да? Да, вот сейчас он вообще в ноль. А так пойдет, потише будет. А на максимум сколько он там, нормально максимум... басит? Максимум... Офигеть он вот способен. Так пойдет. Иногда просто надоедает, когда катаешься, через час уже просто в ушах звенит. А вон сколько у тебя тут всего подключено. Это блок света, обычный там... Поворотники клон. Там работают, да? Да, поворотники, ну, как ближний там свет, задний ход. Вот он, вот регулек самый обычный на 40 ампер. Кстати, он нормально живет, вообще не перегревается, не горел ни разу. Правда, пришлось все это запитать от кастовского бека, 10-амперный этот внешний бек. Так как здесь 3 сервы стоят, 4 сервы точнее, одна еще на переключение передач. Вот, но все это кушает немало, плюс еще плюс свет, плюс звук, плюс... А, звука свое питание, плюс люстрочка. Ну, люстру я просто сделал на кнопке, так удобней. Вот, на корке, получается, здесь пришлось каркас сделать. Ну и так как все-таки кузовок узковат для такого размера, сделал арочки вот такие вот стандартные, причем через переходники тут проставочки такие спрофилировал, ну чтобы неровности кузова огибались, чтобы не было щелей никаких. Вот. Шильдик от Бронко на лишке. Надо еще ручки сделать дверей, потому что без них как-то... Двери открывать фигово. Да. Хотел зеркала сделать, но что-то я смотрю, если вот так вот упорно копийно сделать, то здесь все равно стойки, так что смысл в этих зеркалах. С каким-то выносом большим, то их сразу же отломают. Полностью сам делал? Все, да? Ну да, ну здесь получается покупной, только кузов, это все печатал, вся рама из профилей сделана. У меня профили, я поехал просто в хозяйственный магазин, там купил этих профилей за рублей там 400 у меня вышло, или 300 даже всего лишь. Вот. Ну, как бы из них хватило сделать, еще там половина осталось этих профильков. Че, сколько времени убил на все это? А я не спеша детище. Собирал. Ну, где-то полтора годика у меня ушло от начала и до конца. То есть я не каждый день занимался, конечно, им. Так, когда... Ну, полтора года тоже, конечно, ожидание, пока ты его достроишь. Да, теперь хочу вот как-нибудь там с грузовиками посоревноваться. У нас же все равно там триальные всякие грузовички делают народ. Вот, надеюсь, Йобурги попробуем. В Якате же соревнования будут в сентябре. Может, туда попаду. Ну, с грузовичком там посмотрим, на что он способен в условиях трассы. Че, во сколько оцениваешь стоимость его примерно? Примерно прикидывал. Ну, смотри. Две тачки Рема Хобби получается. Это рублей 8-10. Одну я брал, ну, с рук у Игоря. Вот, там подешевле она немножко вышла. Коробка... С4ВД это, ну, наверное, самое дорогое здесь вот. Не, она в районе десятки стоит, там 9 или 10 тысяч рублей, сейчас уже не помню. Я давно тоже ее покупал. Аппаратуру, ну там считать ее не будем. Я думаю, тут рублей на 40 всего. Это не так уж и много. Ну, это материалы, а так время плюс и вообще, если конечная дольше, стоимость. Да, здесь, когда ручками делаешь, там и дешевле получается, но и дольше. То есть надо все отпилить, подогнать, все вот это вот. С рамой считай, много возьми. Пол стоимости времени будет стоить, то что да. Инженерная мысль. Самое сложное было вообще здесь уместить поворотные мосты, то есть сделать проходной мост, и чтобы он еще поворачивался. Поэтому у меня здесь немножко, ну, неправильно сделано, так как у меня сервы стоят на кузове, на раме, получается, закреплены. А подвеска сзади листовая, то есть, ну, там она практически не смещается никуда вправо-влево, то немножко колеса при работе подвески подруливают. Но это как бы здесь не критично, вообще ни на что не влияет, но правильно делать все-таки с тягой Панара. Поэтому тут пришлось пойти на такие, ну, уступки, скажем, что в ущерб управляемости, но зато остались все колеса поворотными. Тоже маневренность не пострадала, то есть у нее радиус разворота практически такой же, как у короткобазной трофейки, ну, двухосной, четырехколесной. Вот. Все, собственно. Пока. Так что, во сколько оценишь? Подойдет к тебе дядька и скажет, продай. За сколько вот ты прям вот со стоянки вот раз вот сейчас подходит дядька и говорит, продай, за сколько бы ты вот, чтобы ты остался доволен. Ну тут ребятишки интересовались у меня, то есть хотели купить. Ну так вот, если по комплектующим, это 40 рублей. Не так уж. Не, вот за сколько ты продал? Это себестоимость 40. Я не думаю продавать ее вообще. Поэтому... Короче, себестоимость 40, да, плюс время. Ну да, то есть. Ну как бы.
Видишь, здесь... Обычно такие вещи люди продают тысяч там за 70, за 100. Только в очень крайнем случае я буду продавать. Мне есть что продать там. Это будет в последнюю очередь. Вот. Так что, нет, нисколько она не стоит, я не буду продавать все. Скажи, даже мысли такие, фу-фу, плохо-плохо, да? Продавать, нет-нет. Вот, так что пока еще покатаемся, а потом дальше посмотрим. Если вдруг у меня появится такое желание сделать 8 на 8, например, или там 10 на 10, или там еще что-нибудь. Ну, это тоже... А сколько сейчас самое большое там эти AliExpress продают 8 на 8? 8 на 8, да, у них, я не знаю, там в районе сотки стоит набор. Кстати, у вас тут в Челябинске есть 8 на 8, да, мне говорили, так и сообщали. Вообще, такая... Давай, выдергивай этого типа, поснимаем. Давай, выдернем, ну как бы там... Если он свободен. Очень классная моделька. Можно будет связаться с ним и тоже договориться о встрече, там, покататься где-нибудь на карьерчике также. Там места красивые, там, и все. Вот. Ну, это тоже. Вот тот раз не получилось. Блин, приехал без пульта с моделькой. Оказалось, потом еще, когда привез пульт, то он разрядился, аккумулятор. Я его на ночь не выключил. Забыл. Ну, ничего. Зато у нас отдельный видеообзор. Выдернул Игоря. Ой, где-то Вадима. Игоря оговорил. Все. Оговорка по Фрейду. Игореха, привет. Колеса тоже, вот на колеса уже денег не хватило. Не хватило? Поставил родные ремовские, они, кстати, мягенькие такие. Но единственное, что хотелось бы, конечно, металлические эти подлоги, потому что здесь пластик стоит. Они частенько, у них резьба срывается у пластмассовых. Ну и так они на вид страшненькие, конечно. Хотя резинка мне нравится, она неплохо едет для своей цены особенно. Что еще доделать планируешь в нем? Вообще, я хотел изначально здесь будку сделать и, ну, такой автодом, дом на колесах. Но потом я обломался, потому что вес и так уже улетел там за все эти, за расчетный. Поэтому я решил, все-таки автодом надо делать на прямых мостах. Расскажи сложности, какие были при постройке. Ты говорил, у тебя амортизаторы там, эти реечки. Подвеска менялась. Сначала она чисто листовая была, потом пришлось еще пружину добавить. Не очень красиво, но зато работает. Потому что... пилить, резать линейки, ну, рессоры из линейки сделаны, из железной. Но там, я не знаю, я сверил 5, наверное, угрохов, чтобы 4 отверстия просверлить. Потому что, ну, там твердый металл, как бы, лучше как-нибудь там что-нибудь магазинное, наверное. Ну, как бы, интересно самому, конечно, делать. Но у меня таких сверил просто нет. Я достал потом алмазные эти, алмазными бурами начал бурить, тоже пару стер. То есть они, ну, с трудом, но сверлят их. Там все-таки сталь твердая очень, пружинистая вот эта. Вот, поэтому в следующий раз, наверное, придется лазерный этот, на лазере где-нибудь вырезать там, что ли, эрозии прожигать, и, ну, вот эти вот листы на рессоры. Еще постройка требует применения, да, то есть инженерной мысли. Вообще, если еще здесь запариваться на копинность, я это делал, ну, для того, чтобы он просто был 6 на 6. То есть я не упарывался там на всякие супер деталировки. Ну, все равно мне нравится, круто получилось. Особенно поуправлять им, да, как он там. Дешево относительно. И, ну, сердито, он как бы нормально ездит. Я его вообще не жалею, как ты видел. То есть, ну, там, конечно, жалко будет, если он кувыркнется, например, да, там у меня уже было пару раз на нем. Ну, как бы, или есть делать, карьера, да? Еще он раз 10 вот. Там в воздухе. У нас такая. Горы такие вон на карьерах, что там... Ну, там есть просто, он даже кувыркаться не будет, он так с горочки, так, оп, ну, и вот так, пшу, в воду. Это, конечно, хотелось в последнюю очередь на такое попасть. Хотя бы пофоткать, пока он еще целый, там, поснимать. Ну, ничего, по крайней мере, одно видео у тебя точно сохранится. Да, спасибо деду Вадиму. Не, у тебя еще на канале есть. Да, ну, там так. Так что ссылочку оставим. Угу. Вот такие вот дела. Но как бы на нем не каждый день выезжаешь. То есть просто его даже вот взять с собой там, надо в багажнике место освободить, надо его дотащить до места. Это все, ну, как, не очень удобно. Проще он взял джимника, кинул в рюкзак. 2,5 килограмма у тебя за спиной. Все. А это 6 кило. Как саваж практически. Сколько саваж, да? 6. У меня саваж был, когда он 6200 весил. Ну это 6 вот так же примерно получается. Ну, немало. То есть, вот такие вот дела. Что, все? Все мы рассказали? Да, все, пожалуй, что тут рассказывать. Кататься надо. Все. Делайте свои проекты, да, там, кастомите, что там. Да, где-то Вадим, приезжай, снимай. Да, я буду приезжать, снимать. Чем больше построек, тем больше я приезжаю, снимаю.
Все, отлично, ждем тебя в гости. Ну, раз в год заезжай. В Челябинск еще в какой-нибудь город. Красавчик. Каждый раз новая культурная программа, да, у нас? Да, за год как раз тут все настроится там. Ну, кстати, вот за год, за вот этот прошедший, мы прям трофеек. Очень много у нас в Тусе взяло, ну, трофеек. То есть у нас сейчас в группе где-то, ну, 40 человек точно активных катальщиков. То есть есть тачка там не одна даже. Да у меня последние все видосы по трофе, потому что куда ни приедешь, да, там народ собирать, давайте снимать. Все собираются с трофи. Так что это не моя вина, что я снимаю трофи. Просто люди стали трофейщики. Ну, кстати, у нас и на быстрых тоже собирается. Но мне кажется, это не так активно развивается. Вот оффроуд, например, да, там, просто потому что нету трассы. Вот была бы трасса, все бы взяли, допустим, один класс, там, или монстры, или траги, баги, там. Ну, как бы, если будут активные там катальщики постоянно собираться, то по-любому остальным тоже захочется на тех же, в том же классе с ними посоревноваться, это те же баги, например. Но все упирается опять же в трассу, то есть ее надо сделать. Сейчас вот там у нас ребята хотят там что-то с трассой мутить постоянной. Вот, ну дай бог, чтобы все получилось. Трофейкам-то как не особо нужна там, им надо просто красивое место с горками, там, с препятствиями, может, с лужами, там, все, вот тебе и трасса. А на баге, ну, надоедает быстро там катать взять вперед просто, это неинтересно. Даже трассу, если куда-то разметить на ровной поверхности, все равно на нормальной трассе там и трамплины всякие есть, профилированные там повороты, там грунт. Короче, уходите в трофи, ты хотел это сказать, да? Нет, с трофи не уходите. Не, наоборот, в трофи уходите. Я никого не склоняю, это как бы дело добровольное. В конце видео там этот вырезки такие. Ты переходите, не... переходите. Там пацаны стоят сзади уже куча, да, там, ты че сказал там про трофи? Нам послышал что-то плохое или... Да не, ну на самом деле-то я как бы сам тоже увлекался раньше и этим оффроудом. Правда, я не выступал так на таких соревнованиях, но на шоссейках. У меня друг на чемпионате России, Андрей Лопухов, привет тебе, Андрюх. Привет, Андрюха. Он мне как-то дал свою тачку, на которой он этом, на чемпионате России выступал, на X-Ray. Там движок какой-то бешеный стоял, там просто она гуляла с места, там какие-то бешеные скорости развивала. А мы гоняли на ковре просто, вот на, ну, обычная ковровая трасса в спортзале, там мы расстелили вот эти ковры. Капец, я тогда просто понял, что такое вот шоссейки, это там реакцию надо просто немеренную иметь. Это как по ровной поверхности катается, но там очень быстро. И отклик пульта, чтобы ты не только реакция, а только нажал на рычажок, она сразу повернула. Да, так что там говорить, мы даже когда на мини-зетках на этих маленьких катались, я помню, как у нас несколько раз мужики на пультах вот эти рули выламывали, накали там. Когда вот начинаешь рубиться вот на трассе, прям зарубаться, там в повороты когда входит, просто чувак стоит, он выламывает руль. Читерская схема. То есть, ну, там, как бы, это говорит о том, что там машинки небольшие, но адреналин-то там по-взрослому прет на них. Вот такие вот дела. Все, заканчиваем. Да, все, уже дождик скоро. Так что, дед Вадим, давай приезжай к нам. Приедем. Мы тебя тут... Мы тебе покажем, в общем. Ну, потом я приеду, ты еще круче тачку построишь. Да. 8 на 8, 10 на 10. Мы тут скоро, может быть, замутим свои соревнования по трофейкам. Ну да, в Челябинске у вас тут много мест красивых. Да. Надо потом еще будет съездить как-нибудь. Не только красивых, офигенных, каменных, там вода, там вот вообще хватает, куча, да, всего. Да, озер много, как бы, и горы всякие такие небольшие есть, как раз кабины. Есть трудности с этим, с непроницаемым воздухом, который там, да, грязный, не видно, да, ты, да, там, да, в туман, да, смог, попал. Ну, дед Вадим правильно время подобрал, что здесь лето пока тут еще не так сильно, но тоже бывает у нас. Зимой снег черный. Да, зимой снег черный, летом лужи зеленые. В общем, для трофи желтый вообще самое то, вся грязь, вся, все ништяки. Да. Все можно ощутить. Welcome to Челябинск. Да, приезжайте. Прямо. Да.
там, но больше не едет. Тормози.